У нас в Казахстане, вообще в обществе, остро стоит вопрос национальной идеологии. И я думаю, что вот как раз там молодые мамы и есть как бы гаранты будущих патриотов нашего Казахстана. Тренинг «Ласковый казахский для мам». Хулыным, жаным, балапаным, бауырым, бауыр етім. Ребенок к 3 годам уже осваивает 2500-3000 слов. И почему вот эти вот базовые слова, базовую лексику не заложить на казахском языке?